Завершился финальный этап обучения международной медиашколы «Махачкала-2019». Это совместный проект фонда Горчакова, Ассоциации «Русско-Балтийский медиацентр» и информационного агентства «Регнум». В международной медиашколе своим опытом поделились главные редакторы, корреспонденты СМИ, ТВ и радио, СММ-специалисты и блогеры из разных уголков России. Отдельным заданием для участников стала работа над собственным журналистским материалом по тематике медиашколы под руководством кураторов-практиков. Лучшие статьи будут опубликованы в ведущих СМИ региона. Мы говорили о том, что очень много ребят в республиках, в постсоветских республиках, в бывших союзных республиках занимаются журналистикой на русском языке. И в силу разных причин они сейчас, наверное, не могут получить из первых рук тот опыт, который есть в России по журналистике. То есть тем, кто каждый день занимается изданием газет, выпуском сайтов, созданием телевизионных роликов в Ютубе, значит, и прочее. И пришли к идее создания такого курса, когда мы приглашаем ребят из разных стран, не только из разных стран, но и из разных регионов России, и перед ними выступают практики, которые каждый день работают в медиа.